Как вы могли видеть на экране осциллографа, у нас здесь используется реальный ЦАП, то есть здесь не шим. Как вы могли видеть на экране осциллографа, здесь используется реальный ЦАП, то есть ступеньки. Как вы могли видеть на экране осциллографа, синусоида такая с ступеньками, то есть здесь используется реальный ЦАП, что, в общем-то, куда получше, если бы здесь использовался просто шим. Кстати, здесь усилитель стоит класса... Кстати, усилитель здесь стоит не класса D, что, в общем-то, хорошо, потому что сигнал и так не айс, а если еще он будет приносить какие-то там искажение, то будет вообще печально.